На фоне бушующего в 47 регионах страны гриппа наш край выглядит островком стабильности. До эпидемического порога мы пока не дошли. То ли морозы не дают вирусу распространиться, то ли наши люди, напуганные сообщениями федеральных новостей, решили применить все известные способы профилактики. Некоторые без масок даже из дому не выходят. Кислинная масса-то у нас в пороге лежит в обязательном порядке. Дома обработка через день, вплоть до ковров, все идет с хлоркой через день конкретно, вплоть до обоев. Противовирусные препараты, мази, маски, таблетки в аптеках раскупают молниеносно. Причем это касается даже дорогих импортных таблеток. Запасы некоторых медикаментов на складах иссякли за пару дней, но фармацевты успокаивают. Этим лекарствам можно найти альтернативу, в том числе отечественного производства. Ту, что стоит в разы дешевле иностранных аналогов. Тот объем препаратов, который обычно у нас находился в аптеке, его хватало на 2-3, а то и больше месяцев. Сейчас его хватает буквально 2-3 дня. В этот же дефицит вошла и оксалиновая мазь, которая буквально от 60 до 100 упаковок в день у нас уходит. Ситуацию с гриппом и ОРЗ обсудили сегодня в краевом правительстве. До эпидпорога нашему краю не хватает 5%. Заболеваемость растет, но незначительно, говорят специалисты. Однако к врачам стали чаще обращаться пациенты со внебольничной пневмонией, которая является осложнением гриппа штамма H1N1. Это значит, что люди поздно приходят за помощью, хотя при своевременном лечении болезнь проходит быстро. Он, сохраняя свои свойства определенные, тем не менее он для нас является обычным сезонным, потому что население привито против этого вируса. Обнаружение этиологической связи заболевания с этим вирусом – это просто есть факт, который говорит о том, как правильно лечить этого больного, то есть какие при этом применять препараты. Вирус чувствителен к трем препаратам. Это Тамифлю, это Релензо и Ингаверин. Не нужно бояться диагноза грипп H1N1, настаивают специалисты. В 2009 году им переболела треть жителей края, а это около миллиона человек. Осложнения возникли меньше, чем у 1% заболевших. За 6 лет врачи научились и диагностировать это заболевание, и лечить его. И сейчас он ничем не отличается от обычного гриппа. Один вопрос, который постоянно дебатируется, там, что врачи не берут анализы, диагноз грипп ставить запрещают. Да боже ж мой, да никто не запрещает, пожалуйста. Он просто проявляется. Мы же понимаем, что грипп циркулирует, им болеют. Его не надо дополнительно делать совершенно точное исследование. Вообще, что это будет вероятность, что это грипп H1N1, то есть вероятность практически будет полная. Чтобы избежать эпидемии, нужно исключить групповую заболеваемость, подчеркнула заместитель председателя краевого правительства Галина Пашинова. То есть не допустить распространения инфекции в коллективах, а для этого необходим тотальный контроль. Это в первую очередь касается школ и детских садов. Пока из-за гриппа закрыт всего один класс в Енисейске. Мы мониторили только муниципальное образование в случае ситуации, когда у них превышен этот порог, то есть когда заболевших, значит, более чем 20% в новом классе. Сегодня мы получили рекомендацию, что такой мониторинг вести независимо от того, есть заболевшие дети в школе или нет. Мы будем вести ежедневный мониторинг по каждому классу, по каждой школе и по каждому детскому садику. На следующей неделе в крае должно потеплеть. Это значит, что может вырасти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Пока все поликлиники в нашем регионе переведены на предэпидемический режим работы. Это значит, что усилен субботний прием. Врачи чаще выезжают на дом к пациентам, и на линии одновременно находится больше карет скорой помощи. Специалисты надеются, что эти меры помогут остановить распространение вируса. Алина Штоколова, Дина Володина, Анна Московских и Александр Ермашенко. Новости.